Уважаемые пассажиры, в салонах автобусов и оборудованных валидаторами для приема банковских карт вы можете активировать удаленные пополнительные ресурсы электронного билета по дороге. Воспользуйтесь валидатором для посел так приоплаты и ссылайте инструкцию на экране. Колпинский автобусный парк приглашает на работу. Водители автобуса категории D. Средняя заработная плата 65 тысяч рублей. Кондукторов средняя заработная плата 39 тысяч рублей. Слесари по ремонту автомобилей средняя заработная плата.